Перевал Дятлова «Правда и ложь». Подзаголовок серии «Загадочный треугольник». Для тех, кто не в курсе, немного опишу местность. Допустим, мы стоим в окрестностях палатки дятловцев и смотрим примерно на север. Справа от нас через лощину гора, известная в 1959 году как высота 880, а сейчас 905,4. Западный ее склон омывается притоком речки Лозьвы, тем самым ручьем, где была найдена часть погибших дятловцев и участница второй группы. На том же склоне находится и знаменитый кедр. Если идти вдоль ручья от истока до устья, то через 4,5 километра мы выйдем к Лозьве. По другую сторону Лозьвы, если ее перейти, лежит гора Пумсальнель, она же бывшая высота 1023, ныне 1055. По направлению к Атартену она переходит в другую гору, высоту 1017. Оба этих горба представляют собой восточный отрог Атартена, а следующий на северо-запад третий горб уже основная вершина Атартена. И вот если смотреть на Атартен, то правый его горб – это и есть высота 1017. Вернемся к палатке. Если от нее чуть подняться и идти дальше на север по Уральскому хребту, мы эдак километров через 14 выйдем к Атартену, а с него всего 4 километра, чтобы, не теряя высоты, перебраться на 1017 и Пумсальнель. Хребет, Атартен, 1017 и Пумсальнель образуют начало долины реки Лозьвы, как бы обнимая ее горами. А сама Лозьва начинается в озере на Атартене. Вот замечательный снимок, где виден хребет, Атартен, 1017 и на заднем плане маячит гора Моттевчахль. Если провести прямую линию от кедра к Атартену, она протянется примерно на 12 километров, и на 6 с копейками километре черкнет справа по склону высоты 1017. Как вы догадались, я не случайно уделяю столь пристальное внимание этой высоте. Уделяли ей внимание и поисковики, запечатлев в разных ракурсах. Известно много снимков высоты 1017, сделанных с противоположных склонов. Возможно, есть снимки, сделанные и непосредственно на 1017, однако я таковыми не располагаю. Давайте познакомимся с имеющимися снимками. Сразу буду отмечать красным кругом место, которое зацепило мое внимание, а вероятно и внимание поисковиков. Мы видим заснеженный, если это верная трактовка белого цвета, треугольник на поросшей лесом нижней половине склона высоты 1017. Лучше всего треугольник виден при увеличении этого снимка. Становится очевидным, что посередине треугольника есть темное пятно. Также есть некие пятна по внутренним границам сторон треугольника, однако невозможно рассмотреть, что это за пятна. Граничные вполне могут быть деревьями. И вот на
следующем снимке это становится очевиднее. Этот треугольник слишком правильный, чтобы быть природным образованием. Вместе треугольника мы можем предположить заснеженную площадку, лишенную деревьев. Возможно, туда упал большой объект треугольной формы, и это он покрыт лесом. А возможно, под воздействием некой иной силы произошел треугольный вывал либо уничтожение леса. Но также возможно, что там просто с каких-то пор не росли деревья, и что треугольник образовался задолго до появления дятловцев в окрестностях. Возможно, именно он, треугольник, как-то связан с интересом дятловцев к этому району. Одни вопросы, на которые пока нет ответов. Зададим себе еще некоторые вопросы. Может ли этот треугольник быть одной из вертолетных площадок, используемых поисковиками? Нет, вертолетные площадки были в совсем других местах. Где находится этот треугольник и существуют ли его следы поныне? После выпуска первой версии этой передачи зрители таки нашли треугольник на спутниковых картах и прислали его координаты. Вот они. С большой вероятностью это тот самый треугольник. Для измерения его размера можно воспользоваться теми же Google картами. По их данным, каждая сторона треугольника равна 180 метрам. В предыдущей версии этой серии я вычислял длину сторон по фотографиям, учитывая высоту горы и видимый размер треугольника. При этом я забыл, что высота горы указана на карте в метрах от уровня моря. Да и вообще, тот способ вычисления, даже с поправкой на абсолютную высоту горы, то есть от уровня Лозьвы, оказался ошибочным. Итак, сторона треугольника 180 метров. Нехило. Однако рассмотрим треугольник на снимке, сделанном ближе, нежели другие. Становится видно, что треугольник имеет большие размеры, чем видимые на других фотографиях. На других снимках не было видно, что две верхние стороны треугольника не заканчиваются вот на этой поперечной верхней границе. Треугольник продолжается выше, но его верхняя часть, процентов 40, покрыта темным, вероятно, лесом, по бокам которого проглядывают стороны треугольника, уши. Сейчас по спутнику кажется, эта верхняя часть более лысая, чем в 59 году. Итого, на склоне высоты 1017 во время поисковых работ 59 года, а именно по крайней мере с пребывания там Евгения Масленникова, потому что на смежных снимках он запечатлен, а это конец февраля-апрель, наблюдался белый треугольник со сторонами 180 метров каждая. Существовал ли он до посещения этих мест дятловцами, когда он возник, неизвестно. Однако ясно, что в связи с произошедшим в окрестностях горы Атартен в феврале 59 года этот треугольник необходимо принимать во внимание при попытках разобраться в случившейся трагедии. И вместо послесловия. Как не вспомнить тут слова поисковика воинской части 6602 Клименко Виктора Николаевича, сказанные им в интервью на Вигу 25-26 февраля 2009 года. Клименко говорит: «У нас дежурный на ночь был всегда, и дежурный разбудил нас ночью. Мы встали, и вот туда, где была палатка студентов, там две вершины горы были». Навик спрашивает: «Атартен?» Мой комментарий в сторону. Палатка дятловцев была на вершине 1079. Палатка второй группы была действительно на Атартене. Речь идет о палатке второй группы. Продолжаю цитировать. Навик спрашивает: «Атартен?» Клименко продолжает: «Они на расстоянии были далеко.
И вот от одной вершины, значит, из нее вылетел какой-то шар, и вот шар, он крутился и шел к другой вершине. Навик спрашивает, огненный? Клименко говорит, да, вот такой огненный, и была тишина. А потом он дошел до вершины и об нее как бы ударился, и искры пошли, и гул пошел. Конец цитаты.